Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Я Абдуллаев Шамиль Шагабудинович. Тот, кто говорил, что готов отдать свою жизнь во благо нашей общей родины и малой родины Республики Дагестан. Я свое слово сдержал. Вот он я здесь, в военкомате. И хочу всем сказать, я как гражданин Российской Федерации, как сын Дагестана, никогда не прятался от трудностей и никогда не боялся бросать вызов врагам. И я иду к этим врагам, на Украину. И, иншаллах, я думаю, что вы все в будущем последуйте моему примеру. Не будете бояться врагов. И никогда не бойтесь их. Наша общая родина – это мать. А мать мы должны защищать. Поэтому, как я и говорил, и сейчас повторяюсь, я, если надо будет, я готов отдать свою жизнь во благо нашей республики. И хочу сказать, уважаемый Сергей Алимович, я вчера услышал ваш призыв, и вот он я здесь в военкомате. И вас очень прошу, и знаю, что вы как боевой офицер, как мужественный боевой офицер, гордость Дагестана и России, вы тоже сдержите свое слово касаемо нашей республики и нашего народа. Я на это рассчитываю и ни грамм не сомневаюсь в этом и в ваших словах. Спасибо вам всем огромное за мою поддержку. Главное, не поддавайтесь провокациям, не идите впереди паровоза. Хотите высказывать гражданскую позицию, высказывайте. И всей молодежи хочу сказать, если хотите, берите с меня пример, но берите только положительный пример. У меня тоже есть ошибки. И моя ошибка – это эмоциональные высказывания. Но я все делал от чистого сердца, от души. И хочу вам сказать, сохраните нашу страну, сохраните нашу республику. Всего вам хорошего. Братья и сестры, для меня, для нашей семьи, долг чести всегда был это на первую очередь. Мы, мои деды, были ветеранами Великой Отечественной войны. Один дед ушел в 16 лет на фронт, вслед за братом, и вернулся, пройдя всю войну. И для нас за честь отстаивать интересы нашей страны, нашей большой родины и малой родины. Хочу вас всех призвать. Защищайте родину до последнего. Не оставайтесь в стороне. Все будет хорошо. Победа будет за нами, иншаллах. Россия вперед! Аллаху Акбар!